Так что это доступно всем, но нужно к этому созреть. Большинство из вас до пенсии доживет. Это один из первых вопросов, который нужно начинать решать. Люди закрывают для себя возможности просто от того, что не знают, как это делать. Это всего лишь объект недвижимости. Для инвестора чем хуже, тем лучше. Да прибудет с вами пассивный доход. Потому что когда никто не покупает, надо покупать. 2D я называю деньги и делегирование. 3 миллиарда ежегодно россияне минимум относят денег в финансовые пирамиды. Это очень много. Чтобы человек пришел и он один раз сделал какое-то действие и разбогател. Это все иллюзия. От 5 и более лет. Даже из огромного минуса стать очень состоятельным человеком. Курс биткоина звучит в каждом анонсе курса валют. Минимальный порог входа 200 рублей. Абсолютно понятный способ, как стать совладельцем крупнейших бизнесов в стране или даже в мире. И она будет работать на тебя и генерить тебе прибыль. Вот и живите с этим. Всем привет, меня зовут Ольга Чевыкина, вы на канале «Женщины». Подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Очень рада вас приветствовать в нашем новом сезоне. Мы добавили к названию нашего YouTube-журнала слово «новые», «новые женщины». Сейчас много про это говорят. Знаешь, мне там стали писать, что это квантовая женщина. Но разное есть сейчас эпитеты. Время действительно переходное, время очень интересное, супербыстрое. И, конечно, мы не можем на это не реагировать. Поэтому в новом сезоне появятся и новые эксперты, и новые темы. Мы еще в предыдущем сезоне заявили тему финансов, но там больше было такое портретное, знакомительное, философско-психологического свойства интервью. Если вы вдруг с Татьяной Волковой не познакомились, посмотрите обязательно наше первое интервью. Абсолютно терапевтичное, абсолютно полезное каждой зрительнице, я вас уверяю, вот даже если у вас был же какой-то фокус на другие отношения с деньгами, то он все равно подкорректируется, все равно вы новые грани для себя в этом интервью обнаружите. Для меня было много открытий, и чудесно, восторженными отзывами и вовлеченностью встретили наши зрительницы. И вот, дорогая, приветствую тебя еще раз. Да, уже, привет. Да, в новом сезоне нашего YouTube-журнала, но это классно, потому что темы инвестирования, темы вот такого мостика в серьезное, классное, экономически стабильное, безопасное будущее, ну когда как не сейчас обсуждать. Представлю тебя для наших новых зрителей, потому что бывает такое, что каждый день не по 1000 человек добавляется. Спасибо вам за доверие огромное. Финансовый консультант, инвестор в недвижимость, фондовый рынок и криптовалюту. Человек с несколькими высшими образованиями. Ты, кстати, дипломированный финансовый консультант. У тебя школа по финансовым инвестициям номер 1 на гид-курсе. И это очень сильно важно. И ты долгое время работала в поле, в офлайне, то есть онлайн. Это была такая даже вынужденная часть ситуации, когда третий ребенок появился, не захотелось расставаться с семьей. Это сейчас краткий пересказ в предыдущих сериях. Мы как раз в первой серии на этом мы остановились. Но вот сейчас хочу тебе такой вопрос задать, тоже личного свойства, и он перекликается очень с теми вопросами, которые нам зрительницы, девчонки, присылали, когда мы в нашем телеграм-канале собирали для тебя вопросы. Вот в какой момент начинается инвестирование? Потому что это же кажется, как будто какой-то следующий этап. Сначала вообще идут первые деньги. Потом ты как-то пытаешься вроде бы улучшить свой уровень. Кто-то за счет кредитов, кто-то за счет накоплений. И инвестиции тут даже нигде не маячат. До инвестиций вообще большинство населения в нашей стране, мне кажется, даже не доходит. Вот как было в твоем случае, когда появились инвестиции как серьезное направление, а не просто как проба пера. Из чего тем, кто нас смотрит, начинать? Может быть, ты скажешь, ой, вам еще рано. Или в какой бы точке вы ни были, начинайте прямо сейчас. Вот какой будет твой ответ как специалиста? Пока, к сожалению, инвестиции у нас не норма. Поэтому так и происходит. Да. То есть нельзя сказать, что отец инвестировал, дед инвестировал. И вообще кажется, что это вообще где-то на другой планете. Инвестиции, они, безусловно, осознанно, если говорить прям, начинаются, да, когда человек сделал выбор включить в свою жизнь инвестиции. В моей жизни инвестиции сначала появились случайно, как ни странно это звучит. То есть я просто ехала по городу, увидела растяжку, и первая пришла недвижимость. То есть кажется, что недвижимость — это вообще что-то запредельное. Очень дорогое, самое дорогое. Самое дорогое. Это люди с большими деньгами. Но у меня случайно произошла такая история, что я увидела растяжку, которая меня удивила. У нас была ипотека 12% с лишним годовых, а там было 8%. Я говорю, думаю,
смысле. И вот эта мысль, она закрутилась, и мне просто помогли знающие ребята, риэлторы, эту сделку провернуть. Без денег, без первоначального взноса мы купили объект, он вырос в цене, продали, и из воздуха получилось 650 тысяч чистого дохода. А это было очень давно, лет 13, наверное, назад. Ой, так это сумасшедшие. Это были просто какие-то космические деньги. Но этот опыт, он не привел меня к тому, что я дальше продолжила. Угу. Понимаешь, вот так часто у многих бывает, абсолютно где-то коснулся, да, да, и все. А вот все-таки осознанно, если вернуться к той истории, которую мы с тобой разбирали, когда я ушла во второй декрет, 2012 угу. год, я начинаю изучать финансовую грамотность слой за слоем. И, конечно, инвестиции – это один из слоев, который приходит за безопасностью, за сбережениями. И первые мои инвестиции были тогда на фондовом рынке, но это уже был план, это был осознанный подход с изучением инструмента. А следом за ними уже появились инвестиции в недвижимость. Поэтому к вопросу, когда начинать, если говорить такой идеальный сценарий, это тогда, когда вы закрыли кредиты, это тогда, когда вы подушку безопасности сформировали, это такой общий пул ответов финансовых консультантов. Но моя личная история говорит о том, что можно одновременно, приняв решение, закрывать текущие кредиты, формировать накопления и пойти в инвестиции, потому что стратегии кардинально разные на любой вкус, цвет и кошелек, и даже без денег. Вот даже без денег – это ключевое, это то, что может как раз привлечь большую часть аудитории, потому что слово «инвестиции» ассоциативно всегда соотносится с какими-то излишками, причем достаточно серьезными. Вот вы услышали у нас там про то, что из воздуха, ну, не из воздуха, из твоего решения и консультирования с грамотными специалистами, да, 650 тысяч. Но тогда для меня это было из воздуха. Конечно. Потому что, ты знаешь, все как-то вот так вот произошло мгновенно, просто я доверилась течению жизни, да, и это произошло для меня из воздуха. Воздуха, понимания и даже, знаешь, такого вот отложившегося потом сценария, а как продолжить, у меня не сложилось. Поэтому это были деньги из воздуха, вот лично для меня. Но дальнейшие деньги, которые я, может быть, такими же даже способами, уже были осознанные, понятные. И тоже у мамы в декрете, у которой как будто бы накоплений никогда и не было. Так что это доступно всем. Но нужно к этому созреть. Созреть – это про решение всегда. Угу. Почему инвестиций в жизни нет? Я ответила, не норма, нет в картине мира. И вокруг так никто не делает. Да. То есть созреть – это скорее про выбрать, встать на этот путь. Потому что что это значит? Это знакомиться и общаться с людьми, кто так делает. Или взять наставника. Потому что в одного пойти в инвестиции очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Ты будешь набивать шишки, ты будешь терять откладывать деньги. Решения. Терять деньги – это вообще само собой разумеющееся. Да. Но даже если не терять, если кто-то скажет, ой, я как-то сам, там вот без ваших там рекомендаций, это долго очень. Поэтому созреть – это просто договориться с собой, что мне эта тема интересна, я хочу эту дверь открыть, распахнуть и туда зайти. А мир инвестиций в недвижимость, если даже взять узко это направление, он просто гигантский. То есть созреть – это принять решение, это договориться с собой, что я готов. Но это про некую ответственность, потому что это не что-то разовое. Знаешь, купил хлеб и все. Да. Да? Это про какой-то путь, который нужно пройти. В моменте принятия решения денег может не быть от слова совсем, потому что когда я пошла осознанно в изучение темы инвестиций в недвижимость, все, что я слышала от окружения, даже очень близкого, зачем ты тратишь на это время, зачем ты эти уроки изучаешь, у нас все равно нет, на первоначальном мы все равно не можем платить текущие платежи. То есть это про ограничение, что для того, чтобы созреть, нужен мешок денег. Нет, созреть – это выбор, а потом уже все приложится, все ресурсы. Созреть – это принять решение. Вот эту фразу можете зафиксировать. Она про инвестиции и про все остальное в жизни. Созреть – это принять решение. Да. К переезду – это принять решение. Да. И дальше уже все. Да. Оно не сложится, вы это сложите. К отношениям созреть – это принять решение. Да. И дальше уже вы на практике жизни все тоже сможете подкорректировать. Относительно всего. Не знаю, получить новое образование – созреть. И дальше вы уже найдете способы, методы, варианты, возможности, формы, приемлемые для вас. Просто потрясающая фраза. Созреть – это принять решение. Мои дорогие, всем привет! Поистине, 24-й год – это год каких-то дерзновенных экспериментов для нашей команды, но что-то мы смелые. Ваша поддержка, безусловно, нужна. Если можете, окажите ее. Мы с командой решили попробовать делать канал, вдохновленный YouTube-журналом «Женщины», но на английском языке. Russian Carry он называется, потому что вы меня много лет называете русской Carry. Действительно, из-за
того, что я шузманьяк, из-за того, что я журналист по образованию, из-за того, что у меня есть книга, и, в принципе, как будто бы из героинь легендарного секса в большом городе более всего я похожа на Кэрри, мне это нравится, я признаю, но немного Саманты во мне тоже есть. Мы недавно с девчонками смеялись и обсуждали, если этих четырех героинь как-то замиксовать в каждой из нас, то какое процентное соотношение получится? Мне кажется, во мне вообще нет Шарлотты и вообще нет Миранды. Хотя, посмотрим. В общем, канал «Русская Кэрри», канал на английском языке, где мы будем переводить для вас лучшие выпуски YouTube-журнала «Женщина» на английский. Можете там английский практиковать, во-первых. Своим подругам, говорящим на английском языке, можете отправлять эти ссылки. А во-вторых, будем делать специальные выпуски для англоязычной аудитории. Это тоже может быть вам интересно. Те, в кого аудиторно попадает этот канал, подпишитесь, пожалуйста. Это важно для нас. Ссылку в описании к этому видео, конечно, оставляю. И заранее спасибо. Предлагаю пойти по вопросам, которые мы собрали в нашем телеграм-канале. Если вы на него не подписаны, QR-код на экране для вас, ссылка будет также в описании к этому видео. Там и дополнительные специальные материалы от наших экспертов. Там анонсы выпусков, чтобы вы не пропустили. Там результаты розыгрышей. Там вся обратная связь. Если нам что-то нужно узнать у вас, запросить. Еще часто люди спрашивают, как попасть, например, к нам на съемочную площадку с экспертами, пообщаться, когда мы делаем в формате ток-шоу или каких-то разборов. Все контакты мы собираем через Телеграм. Так вот, вопросы тоже там же и собрали. С недавних пор я самозанятая. Есть ли смысл отчислять в пенсионный фонд? И еще один сразу вопрос от другой нашей зрительницы. Как сформировать пенсионный капитал? Вот вообще, давай поговорим про вот эти вот пенсионные накопления. Можно ли это вообще назвать инвестициями? Сейчас вот разделим эти понятия, чтобы было ясно. Ментально очень сложно вообще с этим примириться и согласиться, когда молодые достаточно люди говорят про пенсионный фонд, пенсионные накопления. Вроде бы неприятная такая коннотация, ассоциация. Хотя вот тем, кто 40+, я все чаще и чаще слышу именно эти формулировки. Пенсия вообще тема непростая в нашей стране, потому что вот ты прямо подметила отношение к ней. Да. Приведу пример. Я когда работала со студентами, еще на заре своей карьеры финансового консультанта, я от них постоянно слышала, какая пенсия, мы до нее не доживем. Да, и тут я включила юмор. Я говорю, слушай, а у тебя есть кто-то в группе? Спрашиваю студентов, кому 60 хотя бы лет. Они говорят такие... Ну да, вспоминаю, да? Да. Я говорю, а они на тот свет когда? Угу. И они такие, не собираются. Я говорю, вы знаете, хорошая новость или плохая, каждый сочтет по-своему, большинство из вас до пенсии доживет. Вот вы сейчас говорите, что не доживете, но доживет. И когда это будет, а это будет. Да, на самом деле финансовая грамотность, она в первую очередь должна решать вопрос пенсионного капитала. И чем раньше человек начнет решать этот вопрос, тем меньше ресурсов ему для этого нужно. И есть множество расчетов, например, можно начать с 1000 рублей или со 100 долларов, там в каждой стране своя, да, будет валюта, но с какой-то минимальной купюры, и за 30-40 лет сформировать огромный пенсионный капитал, если это делать не под подушкой, не на банковском вкладе, а с инструментами. Да. Но большинство людей к этому подходит тогда, когда уже петух клюнул, когда уже 5 лет до пенсии, когда уже пенсия, когда уже нет сил и средств зарабатывать. Поэтому давай здесь по пунктам. Смотри, какие инструменты вообще обычно люди хотя бы слышали. Это банковский вклад, что-то копить. Это не государственный пенсионный фонд, это программа софинансирования в государственном пенсионном фонде. Это то, что наше население хотя бы как-то слышало. Да. Это такие прям самые супер консервативные варианты, в которых что-то человек еще как-то может поделать. Ответ мой какой? Если говорить про серьезный капитал, это неэффективно. Да, можно софинансировать, да, можно использовать негосударственный пенсионный фонд. Это лучше, чем ничего. И я знаю конкретные истории, когда вообще в 90-е годы впервые появился негосударственный пенсионный фонд на РЖД. Люди разделились на два лагеря. Одни сказали, нам ваши поборы вообще не нужны, нам государство должно. А вторые стали платить взносы. И когда подошло время первых на пенсию, пенсия в два раза выше оказалась у вторых. И первые пошли в суд, но они его проиграли. И вот здесь вопрос такой, если человек больше ничего не делает, то его взносы в
программу софинансирования в негосударственный пенсионный фонд или на банковский вклад, они будут давать доходность 7-8% годовых, и это лучше, чем ничего. Но если человек осознанно встает на путь финансовой грамотности, то пенсионный капитал – это один из первых вопросов, который нужно начинать решать, потому что мы все туда придем. И этот вопрос можно решить вообще совершенно по-разному, и зависеть его решение будет от возраста и от знаний. Если человек молодой, то у него могут быть и рисковые инструменты, и минимальная сумма, и портфель может состоять из разных инструментов, как порешать. То есть он может выбрать абсолютно разное. Это может быть недвижимость, криптовалюта, фондовый рынок или все вместе в сочетании от его уже уровня отношения к инструментам. Да. Если, например, зачастую нас с тобой, наверное, смотрит аудитория 30-35+, у них времени не так много. Тогда вопрос пенсионного капитала становится наиважнейшим, и деньги вообще нельзя потерять. Поэтому инструменты могут быть либо безрисковые, либо с консервативным уровнем риска. Это может быть выбор в недвижимости, создание через ипотечный рычаг объекта, который начинает генерить прибыль от сдачи в аренду. И тогда вопрос получения дохода на уровне государственной пенсии можно решить от 6 месяцев до 3 лет даже с нуля. Классно. То есть смотри, кто-то 30-40 лет работает, чтобы выйти на пенсию 18-20 тысяч рублей, 25, да? А можно при знаниях приобрести эффективный объект недвижимости за счет кредитного рычага, и он уже через полгода-три года, в зависимости от цифр, может генерить такой же чистый доход, как государственная пенсия. Да. Это как вариант решения достаточно быстро и безопасно. Поэтому как решить этот вопрос, зависит только, еще раз подведу итог, от возраста, от компетенции, которые есть у человека, и отношения к риску. Но сам по себе пенсионный капитал – это задача номер один для каждого человека. Если мы своих детей научим то, что это важно, это не про закат жизни, а это про одну из целей, зачем ты вообще работаешь. Если поспрашивать человека, чтобы есть, он скажет, чтобы расходы покрывать, чтобы было на что жить. Но, по сути, он обесценивает ресурс в лучшие годы жизни, его тратит до нуля, и потом он оказывается у разбитого корыта именно поэтому. А если он поймет, что, сберегая кусочек, он создаст капитал, он будет по-другому относиться. И причем на пенсию сегодня со знаниями можно выйти за 5-7 лет, и на эту тему очень много пошаговых алгоритмов. Вот сразу тогда тебе вопрос задам про недвижимость, потому что много было сомнений у нашей аудитории на эту тему. Все знают, что ставки по ипотечным кредитам очень сильно выросли. Сейчас рвут на себе волосы те, кто не взял своевременно. Очень классные есть ставки по ипотекам. Вот я обращалась к этому инструменту, когда дом строила. Есть сельская ипотека, есть ипотеки там для молодой семьи, на индивидуальное строительство. Самые разные инструменты, и деньги можно было брать под 6%. Это так вообще... это дорого. Основной мой портфель под 1,8. Это массовый самый простой продукт. Это еще дорого, можно еще туда глубже, но и то, понимаешь, это все равно меньше той инфляции, которая и есть по факту в стране. Там, и 6 это очень дешево. Да, чем та, которую заявляют. В общем, вот сейчас тоже откровения пошли. Про 1,8 у меня глаза вот так в этом моменте расширились. Но я уже выплатила, мне не супер актуально, но значит будет актуально для другого объекта недвижимости. Но вопрос-то в том, актуально ли сейчас при этих высоких ставках вообще инвестировать именно в недвижимость. И вообще в каких случаях нужно выбирать инвестиции в недвижимость. Потому что есть опять же фондовый рынок, есть криптовалюта. Давай пошагово все будем рассказывать. Ну если что, вы помните, что контакты Татьяны все есть в описании к этому видео. И я не знаю, ты же наверное индивидуально не консультируешь? Консультируешь, но я думаю, что это... Это очень дорого на сегодняшний день, да. Моя персональная консультация, но что касается недвижимости, у нас есть неделя предобучения безоплатная. Человек может к нам прийти и более широко то, что я сейчас тезисно расскажу, все изучить и примерить на себя. Класс. Давай подарим ее. Давай подарим, да. Итак, в описании не только социальные сети, на которые вы можете подписаться, получать оттуда информацию, вдохновение, себе разрешение, сформировать свое решение, с которого все начинается, как мы уже говорили, но и безоплатный курс, вот такая предподготовка к инвестициям в недвижимость. Супер! Забирайте, пожалуйста, его по ссылке в описании или по QR-коду, который видите на экране. Вот такой щедрый подарок. А еще, кстати, упомяну, у нас было первое интервью, вы можете туда сходить, там есть безоплатный недельный курс. Финкультура называется, про элементарную базовую финансовую грамотность. Но мы с тобой тоже уже отмечали, что люди успешные, состоятельные, состоявшиеся, зарабатывающие очень серьезные деньги, даже они там для себя много чего почерпнули. Да,
Потому что научиться зарабатывать и быть финансово грамотным – совершенно нетождественные вещи. В общем, забирайте все подарки смело. Итак, про инвестиции в недвижимость именно сейчас, в этом моменте. Начну с того, что я в рынке очень давно. Недвижимость – это мой самый любимый инструмент, да, который, как я всегда говорю, в первые 5 лет моей финансовой грамотности позволил нам купить квартиру, машину, поехать в отпуск. Это вообще инструмент, который решил первично все базовые наши задачи. А теперь по полочкам. Во-первых, даже сейчас при самых высоких процентных ставках и наихудших условиях, это действительно так. Сейчас наихудшие условия за последние годы. Это самый высокий первоначальный взнос, это самые жесткие требования к заемщику, и это самые высокие процентные ставки на вторичном рынке, подчеркну. Да. То есть заградительные барьеры, они в первую очередь коснулись вторичного рынка. Вот там ставка 18% годовых в момент записи этого видео. Да. Это очень много. Но это не приговор. Разберем почему. Что же касается первичного рынка, то продолжая отработать арктическая, дальневосточная, сельская, семейная господдержка. И там ставки по первым программам арктической, дальневосточной в районе 2% годовых, а которая с господдержкой семейная, это от 6 до 8% годовых, что несопоставимо с уровнем инфляции. То есть он гораздо выше. Это подчеркиваю, потому что большинство людей видят заголовки в СМИ, что ипотека 18%. Да. И они даже не смотрят. Да. Не смотрят, даже не допускают мысли, что там какие-то программы. Если их шарит, их вообще огромное количество, и в любой момент можно найти решение. Даже если человек говорит, ну вот я не хочу там первичный рынок ждать, когда квартира построится, можно найти объект, сданный застройщиком, готовый к тому, что ты заезжаешь, и даже меблированный можно найти объект, который можно купить по господдержке, потому что ты покупаешь у застройщика, и у тебя ставка не будет 18, а будет те же 6-8% годовых. То есть это как пример, что люди закрывают для себя возможности просто от того, что не знают, как это делать. Да, это нельзя купить всем, но вам же только одна квартира в данном случае нужна. То есть так 100% инвесторов в недвижимость не могут поступить, но вы-то самые умные. Вы-то нас посмотрели, вы-то можете, уже узнав про эти инструменты. Знаешь, мне кажется, инвесторы в недвижимость, те, кто уже именно инвесторы, да, а не те, кто пока обучаются и идут к этому статусу. Да. Они в любой момент найдут для себя решение. Мы об этом еще поговорим. Так вот, что делать с этой ситуацией? Во-первых, помнить, что даже в такой ситуации всегда есть выгодная программа, всегда есть выгодные объекты, и всегда можно купить первоклассный объект, если задаться этой целью или обратиться к профессионалам. Да. Например, у нас агентство, которое подбирает такие объекты еженедельно, мониторит рынок, ведет переговоры. Те, кто приходит в предобучение, они узнают, как вообще этими возможностями можно воспользоваться. Второй момент – это ситуация временная, и период повышения ключевой ставки, он всегда сменяется периодом смягчения ключевой ставки. Это значит, что даже, например, начав разбираться в этом вопросе, пока ты получаешь знания, оттачиваешь свои навыки, например, по выбору, по переговорам, ставка уже уйдет вниз, рынок смягчится, требования к заемщику, первоначальный взнос – это цикл. Это всегда циклично. И я помню 2015 год, когда я уже осознанно заходила в рынок недвижимости, а мне говорили, даже Роберт Киосаки вышел из всех объектов. Все бегут, ты сумасшедшая. Зачем тебе это нужно? Но тогда, будучи еще мамой в декрете, это первые чистые большие деньги, которые осознанно мы зарабатывали с супругом из объектов недвижимости. Поэтому во все времена вот важно просто себе это твердить постоянно. В любой момент есть возможности, но надо уметь их искать. Если пару лет назад условно можно было идти любой попавшийся первичный объект купить и что-то на нем заработать, сейчас это не так. Сейчас нужно выбирать и выбирать очень тщательно. Но это не приговор. То есть наши инвесторы продолжают инвестировать, я продолжаю инвестировать в рынок недвижимости. У меня еще есть классная фраза, она очень триггерная для многих. Я всегда говорю для инвестора, чем хуже, тем лучше. Чем хуже в экономике, чем меньше покупателей. Как бы ни странно это звучало, но это фраза, в которой нужно уметь жить в этой парадигме. Да. Потому что когда никто не покупает, надо покупать. 100%, когда все покупают, надо продавать. Да. И вот это нужно научиться делать. Поэтому сейчас время учиться, выбирать объекты, заходить на выгодных условиях для того, чтобы продавать, когда смягчатся ставки, когда все побегут покупать. То есть вот это такой момент. Поэтому что делать сейчас? Получать знания, рассматривать этот рынок, примерять это платье на себя и понимать, что инвестиции – это всегда про большие деньги, про возможность
из воздуха за счет чужих заемных денег, дешевых, всегда дешевых, да, зарабатывать свой капитал и создавать. Еще, знаешь, есть такой интересный момент, когда ты принимаешь решение инвестировать в недвижимость, событийный ряд так начинает заворачиваться, что у тебя появляются деньги на инвестиции в недвижимость. Но у меня, по крайней мере, всегда так, и у моих учеников. Не то, что я подумала, и на меня посыпались миллионы, а с течением времени появляются события, которые начинают генерить этот поток. Я абсолютно могу это подтвердить, потому что я помню, это было всего год и несколько месяцев назад. Я в ноябре, ну, там, может быть, в конце октября, приняла решение, что все-таки я так хотела загородный дом. Это отчасти тоже можно рассматривать как инвестицию, потому что, ну, это же объект недвижимости, который мне принадлежит. Я всегда его могу, конечно, продать и перевести в деньги, так, безусловно. Хотя я строила для себя, для семьи, и мы сейчас им активно пользуемся. Он уже принес столько радости, что эти деньги все отбились, ну, тем состоянием, да, ощущением, которое, да, уже там прожито всего лишь за месяцы его эксплуатации. Угу. Так вот, это было там год и несколько месяцев назад, и, конечно, были страхи, и я впервые брала ипотеку, было понимание, что да, я понимаю свой доход, он уже стабильный на протяжении там многих месяцев, не лет, потому что все время идет рост, не могу сказать лет. Да, вроде бы все говорит о том, что выплачу вовремя, выплачу, конечно же, раньше, это на 10 лет аж брала, вот, выплачу раньше и так далее, и так далее. Когда через 3 месяца я закрыла все, и там, ну, 10 лет, 3 месяца, да, и когда ты делаешь ремонт с феноменально быстрой скоростью, потому что у тебя просто нет проблемы оплатить любой счет, который тебе с утра в чат падает, вот их 8 счетов, ты их просто оплачиваешь, на следующий день еще 6, да, потом еще 5, потом еще 3, потом еще 2, потом еще 10, и все. И как ты так быстро построила дом? 2D я называю, деньги и делегирование, потому что, конечно, работают хорошие профессионалы, да, и я им за это могу платить. Но сомнения мои в ноябре прошлого года, там было миллион возражений у меня внутренних, а смогу ли я, а будет ли возможность, а что буду делать, если не смогу. И тогда мне вот мой консультант по недвижимости сказал, я считаю, что гениальную фразу: Оль, это всего лишь объект недвижимости. Его продать можно на любой стадии. На стадии котлована, возведенных стен, закрытой коробки, на стадии полностью отремонтированного дома. Понятно, что тут есть риск. Чисто теоретически ты можешь чуть меньше выручить, чем ты уже вложила, но кредит ты точно перекроешь, да? В самом худшем случае это какие-то исчислимые потери денег, но ты уже их заплатила. А в нормальном раскладе ты еще и сможешь заработать, даже если на любой стадии с грамотным специалистом выйдешь на сделку по продаже этого объекта недвижимости. Это всего лишь объект недвижимости. Это вещь, просто как, да, бы более дорогая. Ты, да, подтвердишь, и это меня излечило сразу же. Угол зрения сменило. Это всего лишь дорогая вещь с эксплуатацией, которой я могу не справиться, но тогда я от нее избавлюсь с помощью грамотных специалистов. Что скажешь? Хорошая фраза. Здесь важно очень понять, в каком состоянии человек. Да? Да. Если человек нацелен на покупку, он воспримет. Но если человек сидит в страхах, что, да, что это дорого, а вдруг я не продам, посмотрите, сколько домов стоит, и они годами не продаются. То есть, если он нацеплял негативных паттернов, да, вообще не своих и не своего опыта. А сколько домов продаются? Да. Продаются за один день, да, а машины за один, понимаешь, день продавала все свои. Потом будет, даже слыша эту фразу, да, искать аргументы. То есть, ты просто все равно была готова. Эта фраза, она просто действительно класс, где-то прорезала твое зрение. Ты говоришь, да, и правда. Это всего лишь одна из задача, одна из моих материальных покупок, которых было бесчисленное количество. Да, класс. Так, да. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что все всегда получается, если есть осмысленное решение, равно готовность пойти в эту сферу. Решение, готовность и в идеале знания. Все-таки я бы настаивала 100%. На том, чтобы инвестиции в недвижимость, они были не из серии. Вот у меня есть пример, когда девушка со мной попила чай, случайно причем. Да. Не мы знакомились, а я оказалась на этой встрече, она со мной попила чай, чуть познакомилась и услышала, что я инвестирую в недвижимость. Чуть спросила, я говорю, ну есть разные стратегии, одна из них это первичный рынок, такая понятна, купил на котловане, продал. Она восприняла буквально. Она пошла на котловане, первый попавшийся объект купила, и когда она его построила через 2 года, получила микроприбыль, а видит в моих кейсах и в, да, доходности портфеля большие цифры, она говорит, а как? А как так? Я говорю, ну это про знание. То есть это значит, что
инвестиции в недвижимость, они имеют очень-очень много тонкостей, потому что сейчас вообще непростой момент, когда на нас могут накинуться скептики и сказать, нет покупателей, кому вы будете продавать, это так дорого, релокация, люди уезжают из страны, время нестабильное и так далее. Но важно помнить, что в России недвижимость – это понятный инструмент, 100%. В который всегда бежит толпа, как только становится страшно. Они сдергивают деньги с вкладов и кидают их в объекты. И кидают все в недвижимость. Да. Поэтому в России недвижимость всегда будет востребована, и она всегда будет тотально в одном из главных фокусов у инвесторов, потому что это пассивный доход. Мой знакомый всегда говорит, да пребудет с вами пассивный доход. Это его лучшее пожелание на любые, знаешь, праздники, тосты и так далее. И это при грамотном подходе возможность свой капитал постоянно множить, потому что, конечно, если пойти тупо купить объект недвижимости, 2% годовых тебе обеспечено. Какой смысл? Лучше банковский депозит. Но знания могут давать и 30, и 40, и 100% на вложенный капитал в недвижимости. Абсолютно точно, подписываясь под каждым словом. Решение, готовность плюс знание, потому что такая тонкая сфера. А теперь, знаешь, давай поговорим вот про что. Этого вопроса в сценарии не было, но очень интересно будет протестировать наших зрительниц, потому что когда я себе взяла наставника по инвестициям, мы на фондовом рынке работаем только, то есть остальные сферы я для себя рассматриваю. Инвестиции в недвижимость мне тоже очень интересно. И вот я внимательно слушаю, потому что поэтапно решила здесь идти, а нахожусь вот решение, готовность есть, добрать знания, и просто выбрать время, когда я смогу инвестировать туда еще и свое время и внимание. Очень хочется действительно в этом разобраться. Тут мне не то, что нет доверия, а это то делегирование, в котором я хочу соучаствовать в процессе, потому что мне по-человечески это интересно, тоже хочу научиться и разбираться. Так вот, у нас первая установочная встреча была очень длинная, там, наверное, 2 часа, но я люблю разговаривать, и это были вопросы. Есть разные тесты. Какой ты инвестор? Ну, то есть, вообще, высокорисковый ты будешь инструменты. Выбирать или очень сильно консервативный. И вообще важно было моему наставнику протестировать, насколько я правильно понимаю, что такое инвестиции. Какой порог потерь для меня допустим? Буду ли я нервничать, если, зайдя на свой брокерский счет, я вижу, что ряд акций, облигаций, золото, неважно, валюта все и так далее. Все покраснело. У тебя минус от того, что ты вложил. И тому подобное. Плюс куча всяких вот этих намотанных смыслов про то, что ой, да мы не знаем, что через неделю-то будет, что там говорить про какие-то 3-5 лет. Я думаю, это с этими... Каждый день. С этими аргументами, с этими возражениями каждый день сталкиваешься. Какие вопросы бы ты задавала, можно сейчас задать нашим зрителям, чтобы они кое-что про себя поняли и правильное отношение к инвестициям сформировали? На чистоту, по-взрослому. Ну, во-первых, если человек нас с тобой смотрит, то однозначно тема деньги ему интересна. 100%. Это 100%. И, наверное, первый вопрос, который я бы вообще всегда задавала каждому человеку, понимаешь ли ты, какие у тебя есть цели? Потому что все начинает от цели. Если цели нет, то мы можем вообще разбиться в лепешку, но человек скажет, мне вот нормально, чайку попил, и, в общем, день прожил, и хорошо. Все-таки инвестиции – это инструменты, а инструменты нужны для чего-то. Первое, я бы определилась с целями, вообще посмотрела, чего я хочу от этой жизни через 3-5-10 лет хотя бы крупными мазками. Например, вопрос жилья устраивает или нет, на что хочу поменять. Вот как ты говоришь, дом, да, появилась мысль про дом. У меня когда-то появилась мысль про дом. Для проживания или там временный, загородный. То есть это как варианты цели. Дальше я бы накидала цели материальные, что хочу увидеть, где побывать, чему научиться и понять, а сколько мне на это нужно денег. И, конечно, тот человек, который поработает с целями качественно, не один раз, а прям внимательно, этот человек поймет, что просто зарабатывая активно деньги, ему их никогда не хватит, чтобы достичь цели. 100%. И цели, они меняются, это никогда не константа. Конечно. Знаешь, смешно, когда люди пишут в начале года, вот напишите, вы писали или нет, в начале года, неважно, или на свой день рождения, или в какую-нибудь фазу лунного цикла, планы, которые нужно реализовать. Или мои мечты, вот такие-то я себе цели ставлю. Да. Потом, через полгода ты смотришь, у тебя половина отвалилась, они просто перестали быть тебе актуальными. Да. А какие-то стали слишком мелкими, а какие-то, наоборот, актуальны, но недосягаемы до сих пор. То есть я на год себе поставила, через полгода чекаю, я не приблизилась ни на шаг. И вот работа с целями, она как раз дает ответ на вопрос, а нужно ли мне еще чем-то заморачиваться? Класс. Потому что я не видела ни одного человека, который бы действительно уделил время, поработав с целями, и сказал, о, так у меня уже все есть. Я таких не знаю. И это веское зачем, которое у нас возникает. Следующий вопрос, который бы я задала человеку, готов ли он идти путь? Вот так.
Класс. Потому что большинство людей, они все-таки в нашей стране ищут волшебную таблетку. 100%. Вот эту кнопку бабло. У нас вот эти все разорившиеся, лопнувшие пирамидальные структуры, это просто, да, отнести последние, они же там знаешь, что туда 3 миллиарда ежегодно россияне минимум относят денег в финансовые пирамиды. Я когда собираю статистики и вижу цифру, у меня шок. Если бы эти каждый год. Да. Если бы эти 3 миллиарда люди инвестировали в экономику, например, страны, да, даже в акции, облигации, то, во-первых, и экономика бы процветала, и люди бы процветали. А то, что происходит, это полный трэш, конечно. Так вот, готовы ли вы встать на путь? Потому что не бывает так в инвестициях. Я очень опытный инвестор, чтобы вот человек пришел, и он один раз сделал какое-то действие и разбогател. Это все иллюзия. Это нужно делать подходы, это нужна система, это нужна дисциплина. Если кто-то скажет, такая скукота, вообще зачем женщине этим заниматься? Я такие аргументы вижу регулярно. Типа, а вообще зачем вам тогда мужчинам не пишут? Ну вот если вы такая умная, вам зачем? А что, мужчина для инвестиций даже, что ли? Я думала. Денег. У них для денег. А, понятно. Вот, мужчина для денег, по их комментариям. Я думала, любовью заниматься. Вот, представляешь, какая разница, да, оказывается? Так вот, если человек готов идти путь, причем я бы назвала среднестатистический путь от 5 и более лет. Я вообще рекомендую заняться финансовой грамотностью хотя бы лет на 5. И тогда жизнь просто космически поменяется. Это второй вопрос, и он очень важный. Если ответ нет, человек не готов делать подходы, не готов изучать, смысла никакого нет. Это все пустое. То есть у него первое нет веского зачем. Если он не готов идти путь, значит, смотри, пункт один. То есть это все взаимосвязано. А третье, задать вопрос себе, готов ли я делать выбор. Потому что инвестиции всегда сопряжены с выбором. Это даже не про выбор объекта. Зачастую человек приходит в инвестиции из дефицита. 90% людей, даже сколько бы он ни зарабатывал, у него всегда есть на что потратить. Даже если это рубашка, машина, конечно, не инвестиции. Конечно. У меня был однажды студент, например, ученик, который зарабатывал 10 лет назад 500 тысяч в месяц, и у него не было денег, потому что он говорит, каждый месяц рубашки, еще что-то дорогие, но у него не было на инвестиции денег. То есть это всегда выбор. И выбор в чем? Отказать себе в чем-то в моменте, это не значит перестать пить и есть, но как-то перекроить свои расходы в пользу будущих периодов. И это здесь опять будут возражения. Люди скажут, ну как же жить здесь сейчас? Я всегда за то, чтобы жить классно здесь сейчас, думая о будущем. То есть какой-то кусочек. Выбор – это в плане приоритета и кусочка. Да? Это, наверное, три самых главных вопроса, которые бы я обсудила с человеком. Если у него на них есть ответы, он готов поработать с целями, он понимает, что это путь. Даже может быть так, что первый объект или актив – он не принесет той прибыли, которую ты бы хотел, и скорее всего. А вот третий, четвертый, пятый, десятый, он может окупить все вот эти первые и даже покрыть все те риски, которые были, нивелировать, и принесет тебе прибыль. Это вот про путь. И вот если есть ответы на эти три вопроса, ты готов выбирать, ты готов расставлять приоритеты, готов идти путь, и у тебя есть цели, ну тогда нам с тобой точно по пути в плане вопроса инвестиций. Великолепные вопросы, смыслообразующие, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже тут уже можно было ставить точку в выпуске, потому что это вот те три вопроса, которые себе нужно задать. И они определяют вообще в целом твое отношение к жизни. Вектор. Жизнь, твоя жизненная установка как минимум. И тоже у нас как раз был про это разговор. И люди еще путают, когда ты работаешь с инструментом фондовый рынок, они думают, что это играть. Да. Да, что-то вкинул, ты все время мониторишь. Биржа только открылась, там что-то растет, что-то падает. Да. Ну, как в фильмах так показывают. Так и есть. Потому что такой образ фильмы создали. Именно так. Я вообще не про это. Мы минимум на 5 лет. Это когда мне будет 46. Ребенок мой будет взрослым человеком уже жить своей семьей. Чтобы вы понимали, например, какой путь избираю я, и мне кажется, это взрослый, осознанный подход. Да. Вот это вот метаться и сидеть там. Только просто нет на это времени. Конечно, это просто вместо сна вот мониторить, когда открываются все мировые биржи. Но и более того, единицы из миллионов, которые в это играют, вышли в нужный момент. Я вообще не знаю потом, что с ними случилось, есть ли вообще такие. Слушай, если человек относится как к игре, у него всегда наступит ненужный момент. Да. Когда он потеряет все, что раньше он где-то даже получалось у него ухватить этот куш. Только профессиональный инвестор, который вообще понимает, что, когда и зачем, и почему сейчас провалился, и когда вырастет, или опираешься ты на профессионала, да, не обязательно самому быть. Финансовый консультант, может быть. Это моя профессия. И у меня целый
целый штат финансовых консультантов, которые консультируют деньгами других, да. Но мы не берем доверительное управление, но составить личный финансовый план, проконсультировать, это без вопросов. Мы путь показываем. Я всегда говорю, от моего имени же очень много мошенников, к сожалению. И я твержу на каждом эфире, что я могу только путь. Не надо мне переводить деньги на карту. Еще и на карточку. Давай про это скажем. Когда вам пишут, от моего имени пишут, эксперты все время жалуются. Подруга моя Маша Азаринок, мы вот с ней тут были в поездке совместно, говорит, ну это невозможно. Да. Как мне от этого отключиться? Люди от моего имени создают аккаунты, фотографии получают, правильные регалии пишут, переведите деньги они на карту. Они создают видео с моим голосом. Это сейчас разные программы, аудио рассылают людям. Я всегда говорю одно, что у меня нет волшебной кнопки и нет печки. Я не знаю, куда засунуть ваши 50 тысяч, чтобы через 8 часов было 500. Я не знаю. Да. Но я точно знаю, как встать на этот путь и, делая шаг за шагом, даже из огромного минуса стать очень состоятельным человеком. Вот это я точно знаю. А это только знание, обучение. Это когда ты даешь удочку и учишь этой удочкой пользоваться. Но когда человек видит предложение якобы от моего имени, переводит на карту другого лица, которая не имеет ни моей фамилии, имени, отчества, да, потом с меня пытается требовать деньги, но я всегда говорю, извини, сам дурак, потому что ты не удосужился изучить финграмотность, вообще как нужно действовать, да, а ты ищешь волшебную таблетку, а это всегда потеря денег. Да, и, пожалуйста, помните про вашу персональную ответственность за ваши же собственные деньги. Как раз тоже разговор вот с Машей мы обсуждали, она говорит, я не могу отключиться, как? Я говорю, подожди, это взрослые люди. Конечно. Им пишет некто, предлагает оффер какой-то выставляет, но в этот момент ты принимаешь решение. Доверяешь ты этой информации тотально, либо ты доверяешь, но проверяешь, либо у тебя возникает сомнение, ты обращаешься, есть официальные телефоны, конечно, сайты, аккаунты, когда можно всегда уточнить, идет ли такая распродажа и почему деньги на карточку. Угу. Потому что ни один приличный деловой человек не принимает никакие деньги на какие-то карточки. Это просто нелепо. Да. Ты знаешь, у меня был опыт, и я тоже много общаюсь с людьми. Когда я не стала делать покупку через социальные сети, меня попросили перевести деньги на карту. Нет недоверия, потому что я законопослушный элемент этой системы. Угу. Как предприниматель, мне важно. Ну, то есть для меня вопрос сразу же к качеству организации. Угу. Если вы заявляете про себя определенный статус, и там достаточно высокий ценник вещи, переведите деньги на карточку. Нет, пожалуйста, вышлите мне ссылку, QR-код, я готова оплатить официально, чтобы эти деньги ушли в экономику. То есть моя личная позиция, и я знаю огромное количество людей, которые отказываются уже от таких покупок. Ну, времена такие, в первую очередь, когда, во-первых, все прозрачно, и нужно быть дураком, считая, что кто-то не заметит твои действия. Это понятные отношения, когда даже если что-то не так, можно и претензию предъявить, еще что-то, у тебя есть чеки, аргументы и так далее. Это защита финансовая. Да, очень важный разговор, опять-таки, про элементарную финансовую грамотность. Напомню, что под нашим первым выпуском с Татьяной есть ссылка на бесплатный недельный курс. На телеграм-канал наш подпишитесь, мы продублируем для вас там тоже ссылку, чтобы можно было за ним последовать, забрать всю информацию, по максимуму обучиться и дальше уже принять для себя верное стратегическое решение по вектору вашей жизни, когда вы живете осмысленно не только в плане там, психологическом отношении, то, над чем мы все работаем, а еще и в такой супертвердой, суперважной нише, как деньги. Не могу не задать вопрос про криптовалюту, тоже тема такая супергорячая, очень много слепых пятен для людей, если с недвижимостью еще более-менее что-то понятно, если фондовый рынок тоже такой легитимный, понятный относительно инструмент, то криптовалюта. Что это такое? Стоит ли туда инвестировать? В каких случаях? В общем, что скажешь про крипту? Во-первых, в обществе огромное количество заблуждений. То есть люди что считают? Что криптовалюта незаконна, что государство против криптовалюты, что это вообще преследуемая, наказуемая деятельность, что это казино, это пустышка, это мыльный пузырь и так далее. В то же самое время в законодательстве Российской Федерации с 2021 года криптовалюта – это законный актив. Люди об этом не слышали никогда. В то же самое время с июня 2023 года через Росбанк идет тестовый период платежей для юридических лиц по контрактам за рубеж в криптовалюте. Законно, официально. Да. В то же самое время, прямо сейчас в Госдуме на весенней сессии обещают принять окончательные нюансы по поводу предпринимательской деятельности, майнинга в криптовалюте, по поводу системы налогообложения, чтобы было так же понятно, как на фондовом рынке.
То есть заблуждения изначально в плоскости законодательства, они просто от невежества. Угу. Потому что человек не интересовался, он когда-то давно запомнил, что это мыльный пузырь, и все. И если обратить внимание на радио и телевидение, когда звучат курсы валют, курс биткоина звучит в каждом анонсе курса валюты. То есть, если бы это было... Почему-то финансовая пирамида не звучит в каждом анонсе, да? А миллиарды мы туда несем дружно. Да, ежегодно. Это первый момент. Это первая плоскость, с которой нужно просто вот разобраться, что это давно законно, и даже декларации госслужащего, если ее возьмет бюджетник или госслужащий, угу. декларация, которую они сдают каждый год, да. будет раздел криптоактивы. То есть, если мы думаем, что незаконно, давно законно. Даже в декларации есть такая штука. Это первый пул вопросов. Второй пул вопросов – вообще, что это за инструмент? Во-первых, хочется сказать, абсолютно адекватный инструмент, адекватный фондовому рынку, недвижимости и так далее, внутри которого есть высокорисковые активы, есть абсолютно безрисковые. Например, mm-hmm. такие монеты, как USDT, они полностью привязаны к курсу доллара. То есть, это не воздух, это mm-hmm. не что-то непонятное, это, по сути, другая форма покупки валюты, которую вы раньше покупали, например, наличными, да. через брокерский счет или через банк. Это один вариант. Второе, важно помнить, что каждая криптомонета – это проект. То есть это не что-то непонятное. Угу. У каждой криптомонеты есть команда, стратегия развития, как у тебя команда да. Да, твоего да. журнала. Вот точно так же у каждой монеты команда, стратегия, коллаборации, проекты, какие-то договоры и так далее. То есть это проект. И для того, чтобы на этом рынке получать прибыль, нужны знания, чтобы уметь отбирать проекты. Угу. Потому что пустышки там тоже есть. Конечно, так же, как в объектах недвижимости. Везде. Можно как купить. На фондовом рынке. Да. Компания вышла на рынок, да. собрала денег, с рынка ушла. Абсолютно. И то же самое в криптовалюте. Но в криптовалюте есть такой нюанс, который прямо хочу проговорить. В силу времен, в котором проживают, это медийность, Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, ну все соцсети, они сыграли такую злую шутку с финансово неграмотными людьми. Так. Уже очень много было историй, когда выходит какой-то криптопроект «Пустышка», он берет себе медийное лицо в амбассадоры. Да. Это медийное лицо говорит, эгегей, все погнали в такой-то актив, а у него же аудитория, а у нее же доверие. Да. И он это все транслирует, вот я покупаю, а ему платят за это просто миллионы денег, и люди бегут в этот криптоактив, и вот цена растет, когда покупают. И когда цена вырастает до нужного уровня, основатели выходят, начиная продавать по максимуму свои криптоактивы, да, соответственно, и этот амбассадор, и люди остаются у разбитого корыта. И печально, что они берут кредиты, зовут родственников. Поэтому работа на крипторынке, она должна быть по тем же правилам, как и на любом другом рынке. Mm-hmm. Это диверсификация, понимание, зачем ты каждый актив yeah. покупаешь, когда ты его будешь продавать, и что стоит за каждым проектом, почему его ты добавил в портфель. И 100% капитала точно не должно быть, потому что там Вася Пупкин сказал Конечно. Мне купить этот проект. Но это волатильный рынок, это колебания цены mm-hmm. большие. И это дает возможность зарабатывать в каждом дне. Поэтому это очень классный рынок для любого человека. Минимальный порог входа 200 рублей. Класс. Рублей. Не долларов, рублей. Не тысяч рублей, а 200 рублей. 200 рублей. Да, это сумма, за которую можно купить, например, частичку биткоина. И если делать все с умом, я инвестирую активно в криптовалюту, то можно также вырастить большой капитал. Вот и живите с этим. Жизнь на до и после у людей сейчас разделится. Приходите к нам, у нас есть образовательные продукты и также есть возможность познакомиться сначала Классно. Без рисков с этим инструментом. Да. Мы эфиры проводим, разборы в Телеграме ведем, публикуем разного рода, да, показываем монеты, на которые можно прямо сейчас обратить внимание. То есть очень много в открытом доступе, что не требует вообще каких-то ресурсов, кроме временного и желания, да. чтобы хотя бы начать знакомиться с этим инструментом. Время, желание, 200 рублей, ссылка на все контакты, социальные сети в описании к этому Причем 200 видео. Рублей не нам, это себе да, на себе, счет. Себе ваши 200 рублей, на которые вы покупаете частичку биткоина. У нас был вопрос от зрительницы как раз топ-5 или топ-3, неважно, инструментов для инвестирования, если бюджет 100-200 тысяч, уже такой ощутимый. На ближайшие 2 года с высокой доходностью. Классный вопрос в том смысле, что человек такие рамки конкретные задает, очень точно все описывает, но... Возвращаясь к моему разговору, когда вот это 2-3 года, это очень мало. Если фондовый рынок, это точно нет, потому что циклы другие. За 5 лет все может упасть и обратно вернется, а за 2 года может в жестокой пике уйти. Но это то, что я поняла, и почему я же тоже быстрый человек. Как бы для меня 2 года вечность.
Ну, для меня, для моих проектов, когда мы на планерку садимся на совещание или ну, какой-то запрос поступает, вот какой-то вопрос такой раз, что-то, что было полтора месяца назад. Мы друг на друга смотрим и вспомнить не можем. Тебя понимаю. Я всегда говорю, что я за неделю порой проживаю больше событий, чем человек за всю жизнь. Да. Я 15 января хотела пост написать, что я осознала, сколько всего я уже сделала, при том, что в стране были выходные и практически ничего не работало. Но я не могу его написать, потому что мне некогда очень сильно активно. Активная жизнь. И, в принципе, это ну, за 3 года кто-то мог бы, например, проделать то, что я сделала за 15 дней в неработающей стране. Да. Мне вечность казалась. Все, я такая, я захожу на 5 лет. Но сейчас вернемся к этому вопросу. Я просто его проанонсировала, потому что, быть может, он актуален для большого количества наших зрителей. Потому что они там 50-200 тысяч свободных, которыми они готовы, не знаю, рискнуть или которые они готовы вложить, отодвинуть от себя и хотят что-то получить. Ну, давай тогда разберем третьего кита. То есть мы поговорили про недвижимость, мы поговорили про крипту, фондовый рынок, тоже такой культовый инструмент, вроде бы более понятный, чем криптовалюта, наверное, менее понятный, чем недвижимость в нашей стране. Вот, что скажешь про него, с какими бюджетами заходить, как подступиться к этой теме, что почитать, что посмотреть, учиться у вас, это 100%. И можно ли с 1000 рублей условно начинать, или это же какие-то серьезные капиталы. Фондовый рынок. Фондовый рынок для меня это был первый осознанный инструмент, да. Как я уже рассказывала. И почему он был первым? Потому что это абсолютно отрегулированный на законодательном уровне и абсолютно понятный способ, как стать совладельцем крупнейших бизнесов в стране или даже в мире. То есть, если человек будет думать о том, могу ли я быть совладельцем Сбербанка, ну, наверное, большинство скажет «нет, никогда». Но если он подумает, а могу ли я через фондовый рынок, то да. Да, конечно. Имея 3, 5, 10 тысяч рублей в разных формах, ты можешь быть совладельцем такой крупной корпорации, и она будет работать на тебя, генерить тебе прибыль, если к этому разумно подходить. Фондовый рынок хорош тем, что сегодня нет заградительных барьеров. Минимальный порог входа 1000 рублей, даже есть активы меньше 500 рублей. Ну, хотя бы 1000, ты уже можешь с фондовым рынком выстраивать диалог. Это первое. Второе, что нужно понимать, на фондовом рынке есть льготы от государства, потому что государству выгодно привлекать долгие деньги в экономику. Да. Это, например, брокерский счет специальный, индивидуальный инвестиционный, который счет является. Ты получаешь 12% от взноса, и также можешь получить освобождаться от налога на полученную прибыль. То есть это очень хороший способ кратно растить свою доходность. Например, у меня есть подруга, которая всегда умела копить. Всегда. Да. Но копила на банковском вкладе. Пройдя у нас обучение, она врач-онколог, и она каждый день оперирует людей, в маммологии работает. И она говорит, у меня нет времени мониторить. Но она изучила инструмент облигации и покупает их с индивидуального инвестиционного счета. И она говорит, уже 2-й год подряд моя доходность 25%+ годовых. Она просто ежемесячно небольшой кусочек от дохода направляет в облигации, знает, как это делать, и у нее рисков нет от слова совсем. Да. Это я про то, что это не казино. При грамотном подходе она получает 13% от государства, и остальную доходность она от инструмента. То есть хорош тем, что есть формы поддержки от государства. И третий, наверное, важнейший пункт, то, что инструменты разные. Да. Они есть для новичков. Это могут быть облигации, это могут быть акции топ-10 крупнейших компаний, которые точно не уйдут с рынка. И даже если в течение года ты не получишь сверхкуш, но ты будешь держать этот актив, то ты, в общем-то, останешься с капиталом. Есть инструменты для суперпрофессионалов, есть суперрисковые. То есть есть акции 3-го эшелона, где колебания могут быть вот такие. И еще фондовый рынок хорош даже в текущих условиях, что даже покупая в рублях, например, акции экспортеров, например, компании «Лукойл», ты защищаешь себя от валютных рисков, потому что если курс доллара пошел вверх, «Лукойл» получает выручку в долларах, они получают другую прибыль, это другие дивиденды, другая стоимость актива, капитализация, и ты даже покупая в рублях, защищаешь свой портфель. То есть там настолько разные инструменты, но это тоже вопрос, либо ты сам, тогда ты учишься, у нас есть обучение, где можно основам научиться, либо ты опираешься на профессионала, который тебе уже помогает из месяца в месяц наращивать портфель. Но плохая новость в том, что нужна система, дисциплина и срок хотя бы от 3 лет. Ну, чтобы что-то вообще создать. Потому что я, например, начала с 30 тысяч рублей. Тогда были заградительные барьеры, сейчас их нет. И причем я выбрала ПИФы. Это коллективный инструмент, когда ты отдаешь деньги в управление. Да. И я, внеся 30, могла пополнять по 1000.
Но даже пополняя по 1000 за год, у меня не сформировался огромный капитал. Ну, там, может быть, первые 100 тысяч с доходностью. Тогда была очень хорошая доходность. Это был фонд потребительского сектора. Он, кстати, во все времена эти фонды себя хорошо ведут. И за то, потому что он никуда не денется. Это товары первой необходимости. Аптеки, супермаркет. Да, да. Да, чуть меньше, но все равно продолжит покупать 100%. Конечно. И тогда за первый год я получила доходность 60 с чем-то процентов годовых. У меня был шок, да. Что вообще так можно, что вообще так работает. Но это же не стало капиталом, на который я могу жить всю жизнь. Конечно, это потому что ты вложила 30 тысяч. Первым шажочком, первым, который я вообще поняла, что вот так я могу. И еще очень важный момент, про какой бы инструмент мы ни говорили, я эту мысль прям подчеркну. Как только мы принимаем решение, что этот инструмент будет, определяем сумму, у нас наш денежный поток увеличивается. Многие люди говорят, вот когда будут деньги, я тогда и подумаю про инвестиции. Надо все с точностью наоборот. Давай сейчас подумаем про инвестиции, подумаем, а как привлечь на них деньги. Чтобы потом были деньги. Да, то есть все с точностью наоборот. Поэтому фондовый рынок – это понятный, доступный инструмент, где можно абсолютно безопасно, с минимальным риском или высокорисково решать свои задачи. Но важно помнить, что вот как там было сформулировано, что если у меня всего 2 года, то важно понять, если 2 года пройдет, у меня какая-то цель, которую я могу не решать, например, если это какая-то жизненно важная задача, операция, то я вообще не могу рисковать. То есть я понимаю, что через 2 года мне эти деньги нужны, вообще не могу рисковать, как бы мне этого не хотелось. А если я понимаю, что в принципе 2 года это я просто себе придумал, и высокая доходность будет не через 2, а через 2,5 или 3,5, то это норма. То есть это про разные будут инструменты. Фондовый рынок, он изобилен инструментами. Важно понимать, а как их добавить в свой портфель. Ну вот тогда, если взять часть этого вопроса, вот есть свободных, назовем, 100-200 тысяч рублей. Что бы ты посоветовала делать? Может быть, знаешь, взять специалиста, у нас такие эксперты были в эфире, классного сейлера на маркетплейсах. Пожалуйста, ты им отдаешь деньги в управление, они покупают какой-то сезонный товар, продают его тебе вместо 100 тысяч, возвращают 300. Такое тоже бывает. И как бы это вполне легитимно, но вот... Вариантов много. Да. Смотри, первый вариант – вот эту сумму вложить в свое обучение. Это самый первый вариант. И это железобетонный вариант, потому что ваше знание нельзя у вас будет отнять. И тем более это такая сумма, на которую уже можно даже не один инструмент изучить. То есть если в себя такие деньги проинвестировать, то через 2 года доходность будет просто невероятная. Да. Она будет бесконечна. Например, я свой первый курс по инвестициям в недвижимость купила за 33 тысячи рублей, плюс 30 с кредитной карточки. И на инвестициях в недвижимость вообще мы заработали огромное количество капитала. То есть там доходность даже не сосчитать, и это знание длиной в жизнь. То есть это первый совет. Вот если нужно наверняка монетизировать, то вкладывайте в себя. Второй вариант. Если хоть какие-то знания есть, то какие инструменты? Здесь можно в любой категории. Недвижимость недостаточно, конечно, но даже... И там можно найти вариант. У нас тоже есть такие кейсы, когда человек купил домик в деревне, его причесал, реально повесил занавески, покрасил полы, но в таком проездном месте, его продал в 2 раза дороже, за 50 тысяч купил, за 100 продал. Так тоже можно. Но это не самый такой легкий способ, это все-таки надо подействовать. Да? А так, если такая сумма, то вполне можно составить портфель, как на фондовом рынке, прямо диверсифицированный портфель, который уже будет работать, и на крипторынке можно составить портфель, который тоже уже начнет работать. Причем, имея такой капитал, можно даже на крипторынке создать пассивный доход или при минимальном участии уже в размере той же государственной пенсии вполне себе. Ну, то есть вот сегодня этот рынок, он позволяет такие действия делать. Поэтому можно в инструменты, а можно в себя, и потом в инструменты будет, конечно, эффективнее. А если у вас, как в вопросе было, 100-200 тысяч, вы 100 тысяч берете на обучение и 100 тысяч на формирование вашего первого портфеля? Я вообще всегда за обучение. Потому что обучение, знаешь, оно людей пугает, им кажется, что где взять время, но это же не вечно. Это может быть в течение 2 месяца, по часу в неделю, а потом ты на этом опыте едешь всю жизнь. Ну, то есть это же не про то, что надо теперь все бросить, детей, работу, и вот теперь я только учусь. Ну, вот совсем не так. 100%. Вот мы миллион раз про это говорили в эфире. Смотрите, у меня была героиня, кто-то из зрительниц приходил, она говорит, у меня нет свободного времени. Я говорю, ну ты лжешь нам сейчас, сидишь просто в глаза. Посмотреть на экранное время в телефоне. Вот серьезно, удали все приложения социальных сетей. Ну, если ты там ты не зарабатываешь только, понятно, если ты не являешься частью инструмента. Или перестань читать какие-нибудь паблики, да много всего. Сократи разговоры там с бабушкой или с мамой с часа по телефону до
получаса. Это время есть у всех. Это 100%. Пока конечно. Ты в автобусе, в машине. Ты можешь более быстрые, не знаю, рецепты на этот месяц выбрать. Если да, ты любишь готовить и хочешь семью домашней еду и кормить, но значит просто не полтора часа проводить заготовкой, а 40 минут. Это да, немножко рацион сменить. А можно готовить и слушать. Можно вот готовить и слушать. Я всегда так делала. Да. Я мыла посуду и слушала, готовила и ну, слушала. Ну, господи, ну ванну ты принимаешь. Понятно, под душем наушники нельзя слышать, но даже в ванной находясь, гладя белье, да. На беговой дорожке, перемещаясь в транспорте, даже на автомобиле или пассажиром, абсолютно неважно, но вранье, время на обучение 100% есть у каждого человека, который нас смотрит. В защиту темы денег я могу так сказать, что меня всегда удивляет то, что люди 30-40 лет жизни готовы тратить на то, чтобы зарабатывать. Да. Но при этом изучить вообще тему деньги, как это работает и как ими управлять. А управлять это, опять же, не нужна тонна времени. Это нужно один раз решить про структуру, что и как ты делаешь, да? Они не готовы найти. То есть они готовы 30-40 лет потратить и обесценить этот ресурс. То есть нивелировать силу денег до нуля. А это невероятная сила денег, которой может пользоваться каждый. И поэтому это всегда что на чаше весов. Конечно, если смотреть сериальчик, там чипсы, пивасик, ну это как бы одна история. Да. Но я думаю, это не наша аудитория. Наша аудитория — это все равно люди уже, которые интересуются конечно. Хотя бы. То у них точно есть время. Я свой пример приводила, перестала смотреть сериалы, перестала болтать по телефону, разговоры, осуждать кого-то и обсуждать я перестала от слова совсем. И все сделала обучающей площадкой. Поэтому такой результат. И еще ты правильно сказала, это же временно. Ну, то есть, ну, призовите себя на какой-то период. Я каждый день 10 лет не изучаю фондовый рынок. Зачем? Я понимаю, как там, что работает. И когда я изучила фондовый рынок, и в моей картине мира появился крипторынок, да. Это вот так, потому что все похоже. Это все уже идентично. Супер интервью. Ваша задача посмотреть внимательно и из описания забрать бесплатное предобучение по инвестициям в недвижимость, подписаться на все социальные сети Татьяны и переслать это видео тому человеку, который вам дорог, кого вы хотите вовлечь в эту тему. На самом деле здорово идти вместе, когда вы сможете делиться опытом, когда вы сможете друг друга поддерживать и так далее. Потому что эти выпуски — то, что может повлиять кратным образом на жизнь большой нашей аудитории. Если 100 женщин, 500 женщин, 1000, 5000 женщин, которые нас смотрят, примут решение взвешенное, взрослое, идти в инвестиции, но это будет потом 5000 счастливых, благополучных пенсионеров, которые не голодают, которые конечно. Путешествуют. Которые... Не обязательно быть мультимиллиардером, но решить свой базовый вопрос, чтобы было на что жить, точно каждая может. Абсолютно. Итак, девчонки, на канал наш подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Попсовое название взяли, классное, хитовое, мужские и женские деньги. Там и немножечко все и про мотивацию, и про энергию, и про семейные, совместные, раздельные бюджеты, все форматы взаимоотношений. И, наконец-то, про ритуалы. Я все хочу про них спросить, но мне так нравится про твердые инструменты разговаривать. Но про ритуалы обязательно в третьем выпуске смотрите нас, как крутой сериал. Таня, дорогая, благодарю тебя, благодарю твою команду, которая отвечает на комментарии, да. Технически обеспечивает все возможности людям бесплатно присоединяться к таким классным образовательным продуктам. И до встречи в третьем выпуске. Спасибо, до встречи.